А я голосую за Вову Зельвова. Это лучший исполнитель. Смотри, смотри, Modern Warfare 2. Эта картина называется «Шымкент, 12 век». Как тебе? Это, да, это река Клязьма, да. Какая еще Клязьма, бля? По-моему, это река такая. Режь, режь этого Шепарда, режь! Они дерутся! Дай мне револьвер! Дай мне револьвер, быстрее! Саша там праздник! Не могу. Алло, алло, я хочу ник придумать. Саш, Саш. Ой. Я для этого выпуска интру сделаю, короче, не интруху, а заставку. Вот прямо она сейчас будет играть. 3, 2, 1, заставка. Что ты думаешь по поводу этой заставки? Ты дурали, поехавший. Ты мне ничего не показываешь и спрашиваешь. А ты заранее оцени, заранее. Что, это какая-то абстрактная заставка, что ли? Да. Ну, я скажу то, что мы быдло, мы ее не поймем, ее поймут через пару веков. Ты так и не посмотрел первый сезон «Реальных пацанов»? До сих пор! Мне еще опять стримы, по-твоему, возобновить с донатами, чтобы ты посмотрел первый сезон «Реальных пацанов»? А, ну тогда 50% от донат гола мне. О! Это как? Вообще-то собираем мне, а смотришь ты. Ну это, а вдруг мне какая-то серия не понравится, так сказать, денежная компенсация. Ах ты молодой Мавроди, ё. Вот, и я предлагаю перед тем, как 99% свалят, но после интрухи, соответственно, все-таки устроить опрос. У нас есть с Аней две игры, по которой через пару недель можно сделать кооп. Это Fallout New Vegas, New Vegas и Far Cry 1. И нам надо решить в комментариях, Fallout New Vegas или самый первый Far Cry. Ладно, Сашко, у нас осталось 4 миссии. Поехали, начнем с Росомах. Я поставил уровень сложности ветеран, и не забывайте про лайк, подписку, колокольчик и комментарий. Какой ты умный, оказывается. А, слышь? А. Сделай еще в правом углу опросник с Fallout'ом и с Far Cry. YouTube выпилил опросы в подсказках уже как полгода или год, наверное. Да. Какого хрена? Здорово. О, здорово. А, о, а вот и программа такси на ТНТ. А ты не постреляешь, хрена лысого, пьянчушка. Короче, вопрос следующий. Подождите, сначала посмотрим, как Сашу расстреляет БТР. О, и у меня тут аниме было в тачке. Аниме? Какое аниме? Саша! Ну ты пока с ним разбирайся. Ну пойдем, не, пойдем вперед, все, пойдем вперед. Короче, у меня вопрос такой. Почему уже 19 июля, а новую колду не анонсируют? 19 июля, а если быть точнее, ровно 8 вечера по московски. А и почему не анонсируют новую колду? Дураки, потому что. Насливали, короче, что Call of Duty Vanguard про Вторую мировую. Слухи, это ну нет. Это глупые слухи, да. Это знаешь, это вот был слушок то, что Sledgehammer'ы делали какую-то игру около вьетнамского сеттинга. Вот Саша, по-моему, эта миссия не то, что сломана, она вообще не рабочая. Или чё? У меня только что солдат был бессмертный, короче, здесь. Ну а так, ну а что думать? У нас есть кооп по МВ2, зачем нам еще что-то надо, правильно? Я взорвал Баряна сейчас. Молодец, Саша, Баряна. Кстати, у Михаила Боярского обнаружили вирус тот самый. Оу, ноу. Оу, ноу. Блин, жалко на самом деле мужика. Ну ладно. А он как-то уже это, не оклемался? Так, вроде вот только получилось. А я не могу, убей меня опять, я застрял. Знаешь, охренный кооп, я наверх не могу залезть в этой миссии, чё за хрень? О, здравствуй, Саша, я взял лучшее оружие на свете, АК с подствольным дробовиком. Как писал один из зрителей, мне нравится, дайте 3, 4, 5. Взрывайся. А да, я понимаю, дискотека 80-х. А стой, это, слышь, ты нажми на четверку, у тебя походу предейтер должен быть, я его взял, а ты можешь использовать. Ты сам себя убил. Я не хочу опять орать на всю квартиру. Ой, Саш! А знаешь, что было? Чё? Я открываю ноут, и мне сразу же дают просто красный экран. Итак, Саша играет в Modern Warfare 2 в Modern Warfare 2. Алло, Саш, у него опять интернет крашнулся? Саша гений, Саша гений. У него опять интернет вылетел. Почему ты вылетел вторую серию подряд? Сейчас отбиты винды. Ну, скажи, что ты думаешь про Windows 10. Не. Саш! А? Я остановился на таком вопросе. А лучший современный исполнитель до 25 лет примерно? До 25 лет? Ну да, жанр музыки любой, там, трэпчик, рэпчик, вообще все, что хочешь. Сергей Дорн. Сергей Дорн? Да. Это внебрачный сын Ивана Дорна? Это ты. А я голосую за Вову Зельвова. Это лучший исполнитель... Ай. Я...
Я это сейчас заснял, как ты сам себя убил. Посмотри. Вот он, вот он, вот он. Саш, попробуй в этот раз по БТР пострелять. Ага. Тогда у меня к тебе такой вопрос. Назови, пожалуйста, топ-3 самых лучших фастфуда, которые вот есть у нас в РФ отдельно. БК, KFC, Макдак. Так, а почему именно так? Почему Макдональдс на третьем месте? Потому что мне Макдональдс просто настолько осточертел, я в нем настолько много ел, что все. Нифига, а KFC потому что Buckethead? Да. Ну, я так и понял. Но БК, первое, я не спорю. Сань! Ой. Помнишь, я проходил сталкер, чистое небо без убийства? О-о-о. Помнишь, там был Севыч, Севыч? Да-да-да, Севыч чмо? Не-не, один из подписчиков, короче, замутил на лестничной клетке граффити Севыч чмо и прислал мне. Вот сейчас я на экране ее размещу. А за то, что он мне научной аптечки не дропал, короче. Вот, Севыч чмо! Человек морально опущенный. Я думал, ты скажешь про что-то про Московскую область, ну ладно. Чемпион? Чемпион Московской области вообще-то. Не-не, Севыч, он морально опущен. Саш. Теперь такой вопрос. Самая лучшая песня про еду, написанная за последние тысячелетия? Хороший вопрос. Я могу тебе подсказать. Тайлер, The Creator, I Like Cheese, заставка для шоу Loiter Squad. Ни хрена себе. Я думал, ты скажешь что-нибудь попроще, типа Eat My Fuck от Джиджи Алина. Не, I like cheese. Вражеский вертолет летит, кстати. Все, опасно, да? Предатор не доступен. Тебя обокрали, получается, только что. Да. Ну смотри, вот, получается падение черного ястреба, фото в цвете. Один. Ну, кстати, эту штуку можно, в принципе, из калаша было сбить, но я уж так по приколу. Вот я как знаю. Ты считаешь, в каких Modern Warfare, вообще, точнее, в каком Modern Warfare лучшая американская компания? Первая, вторая или третья? Американская? Именно американская, да. Ну, которую люди у нас в СНГ не знают. Во второй, наверное. Во второй? Первый кто у нас был? Пол Джексон? Ну, она такая. Да, Пол Джексон. А в третьей был Фрост. Ну там да. Только концовку доставляют в первой части, а вот третья вообще не помню. Да, концовка в американской в МВ-1 вообще, конечно, насилует просто в жопу. Так, ну чё, получается миссия пройдена, да? О, да. Мы можем прыгать дальше, тогда вырубай, туши вебку. А ну что получается, значит, 31 лайк на ролике набирается, и мы делаем видос Mark Eka Getting Up Contents Under Pressure в коопе. Согласен? Yes! Да, только ее не знает никто! Опять эта проблема! Но это элитная игра, очень элитная. Это одна из самых шикарных игр вообще, да. Ладно, пишу Коп 2. Коп 2. О, Коп 2! О, Коп 2! Моя... Fatal Error. Моя плохая. Да. Найс. Ладно, получается, что у нас тут? Второе... Подожди, хост... А, хост я, походу, да? Или подожди, или мы с тобой вместе в вертолете оказались. О! Саша, броняй меня! Мы нашли секретную концовку! У меня нет оружия! А нахрена ты на войну пришел? Саша, по соображениям совести 2-0. Саш, мне оружие только что выдали. Из-за тебя чела только что убили, ты мог его заслонить своим телом. А у меня нет боеприпасов. Иди воюй, Саш! Ну, тогда ты просто кукла для битья, иди воюй. Ой, еще упаду. Смотрите, чё. Что будет, если упасть в миссии второе солнце? О, давай, что будет, если упасть в миссии второе солнце? Не можешь поднять? Я не могу тебя поднять. Ой, я могу тебя поднять, подожди. Понял? Прикол в том, что у меня сейчас этот космолет начнется с космодром. Привет, Саша. Наши коопы стали настолько популярными, что мы вышли в открытый космос. Привет, Саш, это я, твой единственный Плутон. Твой единственный зритель планета Плутон. Подожди, что-то я сейчас не понял. Ты вправо смотришь? Да. А вниз? Ну вправо вниз прям вот наведи. Вот так. Я думал, эта миссия типа непроходима, но это ты опять все завалил. Ну ты сказал вправо, я смотрел вправо. Саш, ну ты эту игру 12 лет уже проходишь по кругу. Эми, Killstreak 15, мультиплеер Modern Warfare 2. Вот и все. Или этот. Мы потеряли, кстати, пацана. А, но он вернется в Call of Duty Ghosts. В общем, МВ3 и БО2 это у меня лучшая эра Call of Duty. Мне кажется, если бы я в 2009 маму уломал купить мне диск с Modern Warfare 2, лицензионный, стимовский, я бы, наверное, в нем провел не знаю сколько часов даже. Но я тогда был мальчик скромный, я играл на пиратках. А еще я фанател от Ghost, кстати. Саш, у нас в отряде Адам Сэндлер, видишь его? О, да,
здорово. Адам Сэндлер. Назови лучший фильм с Адамом Сэндлером. Я не помню фильмов с ним. Я вот в нем не разбираюсь, но, по-моему, он в «Американском пироге» снимался, да? Или нет? Вот я не помню. Но может быть. Если что я помню про «Американский пирог», это гей-стриптизер. И мама Стифлера. Вот сейчас, кстати, люди жаловаться будут в комментариях. А чё вы как мало показали «Миссию Второе солнце»? А чё вы... Ну а на что тут смотреть-то? Вот, смотри. Так. Вот чувак. Так. Вот дверь. Ага. Вот картина. Ага. На картине кто изображен? На какой? Ну ты же сказал картина. Ну тут пейзаж. А, вот. Я думал тут картина с этим, с мужиком каким-то. Сань! Ой. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, а? Спускайся вниз. Смотри, смотри, Modern Warfare 2. Эта картина называется «Шымкент, 12 век». Как тебе? А кто ее рисовал? А так этот, Валдис Пельш. А, я думал этот, Гоген. Ну а это кто? Нет, это первый президент Шымкента. Блин, какой же я тупой, как я сразу не догадался. Понимаешь, что... Адама Сэндлера звали! Адама Сэндлера убили! А чё можно назвать видос? Они убили Адама Сэндлера. Я даже не обратил внимания, что Адама Сэндлера убили. А я в последний момент увидел. Господи, это место настолько конченое, что мы либо картины с Шымкентом смотрим, либо Адама Сэндлера убивать. Вот, я взял РПГ, и сейчас тут будет засада. И мы делаем просто вот так, и минус Барян. Вот и все. Никаких Барянов, никаких Юрьев. Саша, не стреляй по мне, мне конец. Я тебе не стрелял. А, ну нормально, да, бывает. Ой, нас Алёша чуть не убил. Понимаешь, как бы это сейчас было прискорбно. Хотя, по сути, это финал задания. Все, можешь сворачивать, потому что сейчас мы вниз зайдем и все. Очень интересная миссия. Лучшая миссия. А благодаря тому, что это образовательный контент, люди много нового узнали об этом задании. Да, то, что Адама Сэндлера завалили. Да, в Шымкенте. Ты ставишь диски. А дальше? Не знаю, там дальше на украинском. Я этим языком плохо владею. Ну это... Вбей просто в Google текст. И читай это, как видишь. Ну вот, как видишь, мы в Виски Хот откуда ушел. Там ничего нет. Ты что там опять... Там есть это, Tactical Insertion. Ты любишь эту миссию, скажи честно? Я ее никогда не запоминал, она мне казалась просто какой-то тупо. Ну, типа, если бы она во втором солнце присутствовала, без вот этих перебоев, да, вообще бы разницы тупо не было. Ну, вот именно. Ну, так и есть, там... Так, ну это я виноват. Я рукопашку... Я забыл, на какую клавишу у меня рукопашка. Сань, вопрос. Ой. Лучший персонаж в GTA Vice City Stories? Гонзалес. Как Гонзалес? Это первое, что я в голову... А Ренни или как ее? Рэйми Вассельмейер. А, Вассерман? Вассерман. Ну такой, да. Он как раз трендовый, да, сейчас такой вот? Да, кстати. Учитывая, что у нас тут происходит. Ладно, значит, что у нас тут? Я РПД заберу. И мистер Фоули что, телепортируется? Нет? Нет, не телепортируется он. Или подожди. А, он прибежал сюда. Ну что, чистим Виски Хоутл, американская кампания заканчивается. Сейчас, возможно, у людей, которые впервые попали на ролик, будет вопрос. А какого черта вы проходите миссии в разнобой? Ну так мы так всю игру делали, вопросов не было. Я, кажется, немного запутался. В какую сторону стрелять? В какую сторону воевать-то тут? Я сейчас подползу. Не-не-не. Ладно, нормально, можешь так поднять. Я совсем забываю про флешки, тут же флешки есть. Я никого не ослепил. Да пофиг. Сюда, сюда, сюда. И вот они диспавнятся. Все, класс, кайф. И учитывая, что мы только что допрошли американскую кампанию, давай оценочное суждение от 1 до 10. Американской кампании? Ну. Ну, 6. 6? А за президента Шымкента вот этого? Ну, это ну, плюс 1 балл, как бы, за Шымкент. Без него было бы 5. А, то есть ты уже плюсанул, да? Ну, да. Слушай, то есть получается, если Шымкент присутствует в той или иной игре, ну, хоть даже упоминается, это сразу вот плюс, плюс балл, да? Да, вот еще. Где президент Шымкента? О, президент Шымкента! Блин, что-то как слишком много его в этом здании. А сейчас Саша зажжет тактический маркер. Только, ну-ка давай, зажигай. Здорово. Ты не зажег, да? Ладно, я зажгу. Ну все, ладно. Саш, прекратить. Придется резать после записи. Короче, Спектр пойдет резаться после этой серии. Но мы оставим это вне контекста. Ладно, итак, Саш, финал, да, получается? Да, притом финала 2. Это финал на лодках, и потом здесь отдельная глава Kill Shepard называется.
Я знаю. Но, слушай, раз уж это почти финал, давай не будем лажать, как в случае с первым Black Ops'ом и рекламой Самсунга, да? О, а, так у меня это играл Spotify в тот момент. Иди сюда. Ну вот, давай, короче, общее мнение о компании. Саш, запрыгивай, Я уже. А, ты запрыгнул? Все, отлично. Так вот, Саш, пока мы едем, да, чисто программа такси на ТНТ, это... А управляю ты, я? Я управляю. Поделись своим мнением по поводу этого кооп-мода, несмотря на то, что это просто слитый билд. Ну, билды, я считаю, оценивать как-то не кошерно. Ага. В том плане того, что это не полностью готовый продукт. Но слушай, тут 90% миссий, все, которые были добавлены, они, в принципе, играбельны. Но все равно как-то, мне кажется, немножко нечестно оценивать не готовый продукт полностью. Слушай, ну там автор мода в запой ушел, мы не знаем, когда он из него выйдет теперь. О, алкоголь это плохо, не пейте, ребят. Да, ребят, не пейте. Ну мы плывем? Именно. Плывем по этому... По? По... По Королеву, этой... по Королеву. Это, да, это река Клязьма, да. Какая еще Клязьма, бля? По-моему, это река такая. Ну, Саш, надо опрос устроить, получается, какую следующую игру в коопе бегать. Я в начале серии говорил про Fallout New Vegas и Far Cry 1. Но теперь это появился Marco Cadetin Cup, Mario, Yoshi Island, Donkey Kong Country Returns. Need for Speed Most Wanted, вторая часть. Need for Speed Most Wanted, вторая часть, да. А если ты ко мне приедешь в хату, то там и GTA Vice City, и GTA San Andreas будет. GTA 3 где? А на GTA 3 локального кооп мода нет еще. Пожалуйста, сделайте. Пожалуйста. Ради этого не грех приехать. Я хочу гордиться хоть чем-то в своем поколении, что сделал для GTA 3 кооп, и я дожил до него. Я стреляю. Ну, чё-то ты косой какой-то. Сейчас прайс вот видишь, смотри. О, три выстрела. А, это ты на самом деле сбил, да? Да, да. А этот бомж, то есть, ничего не делал в своей шляпе, да? Он сделал. Ай, прайс, ну как всегда, облажался. Что это за звуки? Типа падаю. Я хожу! Где? По воздуху? Типа да! Ни хрена! А, это типа вода! А все, я тебя вырубил оттуда. Стой, не запускай, не запускай. Саша! Финал получается. Именно. Сейчас мы убьем этого старого усатого идиота. Да, сейчас мы это покараем его. Кого? Фаната Славы Марлоу. О-о-о, так его что-то еще на свете не было, когда МВ2 вышло. Добрый вечер! Че такое? Я в музее! Какого музея, Саш? В игре музей! Музей Поле Чудес? Ой. Нет, музей... Ой-ой-ой. А что ты там делаешь-то, Саш? Не знаю. Слышь, а ты можешь ноуклип... О! Здорово, здорово! Итак, ребята, секретная концовка Modern Warfare 2 спустя 12 лет. А на самом деле Соуп выжил вместе вот с этим рейнджером. Епа, меня штырит. Охренеть. Так вот, рейнджер вот этот выжил... И теперь подойди к какому-нибудь мужику. Да подожди, я-то медленно иду, Саш! Почикать. Вот, смотри, тут чикают пацан. Ты его зарезал. Я сказал почикать. Ты опасный парень, однако. А вот тут еще, по-моему, должен быть чувак с пистолетом. Шепард, стреляй по нему быстрее! Ножом его, давай! Вали его! Сюда, старый хер! Давай, давай, вали его! Спину. Спину режь, давай, давай, нарезай его, давай, хорош. Так его, так его, Саша теперь чуть-чуть отойди, смотри, сейчас от меня, сюда! Саш, так подбеги! Не-не, режь его быстрее, я фов увеличил. Саш, режь его, режь! Режь этого Шепарда, режь! Ну, вот опять мне помог капитан, помоги Прайсу, Саш! Они дерутся! Дай мне револьвер! Дай мне револьвер! Быстрее! Саша там просит! Саш! Помоги, Саш! Как это убого со стороны выглядит? Ну, не представляю. Ну чисто ребята дерутся, а ты просто такой на стороне стоишь. Подойди к ним, чтобы я тебя зафотал. Подойди к ним. О, привет, Саша! Ты не хочешь прайсу помочь, да? А мне дамаг не проходит по шепарду. А, попущенный нет. Дамаг, потому что, Саш. Помоги мне тогда ножик вытащить быстрее из живота, Саш. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. А, ну тут у нас это... Острое ранение получается. У меня нету кнопки F, но я вижу, ну, иконку ножика. Я вроде F нажимаю. Саш, жопы не поворачивайся ко мне больше. Я тоже долблю. А, да?
Да. Типа ты F долбишь, чтобы я нож быстрее вытащил? Давай, давай, Саш, я уже двумя руками его взял. А теперь, слышь, подойди к Прайсу и к Шепарду, чтобы прям шикарная концовка была. А меня видно? А, долби F, у меня это, опять кнопка появилась. Все. Так, все, сейчас я, короче, ракурс подберу, пусть пока Прайс потерпит немножко. Блин, у меня все заблюрено. Подойди еще поближе, прям вот в упор почти. Во-во-во-во-во-во, ну-ка. И сюда его! О, сюда его, этого лоха, пошел отсюда. Да, Саш, ну ты, конечно... Не помог деду, не помог мне. Зато показываешь тут рукой на меня. Посмотри потом ДС. Саш, там дед живой, посмотри назад, обернись. Дед живой. О, да! О, да, дед живой! Только не режь его, вот этого деда не надо резать. Так, а где Колямба? Колян? Колямба. Колян ща приедет. Вот он, иди к Коляну. Саша, я и так ранен! За что? Вот теперь втроем меня берите просто. Ой, Саша. Ой, блин, ну. Ну, вот как-то так получается. Саш, ну давай финальные мысли. Что ты думаешь по поводу коопа в МВ2 по итогу? Ну, я опять же говорю, не люблю оценивать не готовые продукты, даже любительские, но... В принципе, выполнен он очень достойно. Угу. Мне кажется, на уровне с БО-1. Ну ладно, чуть послабее. Но это, опять же, недоделанный в какой-то степени продукт, поэтому оценивать его максимально как-то скрупулезно я не вижу смысла. Ну слушай, в БО-1 он был хотя бы готовый, но и то не все миссии доступны. А здесь... Не все миссии тоже, да. А здесь не все можно закончить, но, в принципе, они все запускаемые, которые чувак сделал. Кроме ни слова по-русски, скалолаза и, по-моему, все. По-моему, да, все. Ну, то есть сколько из 10? 8 из 10? Ну, да. Ну, так что это, теперь гайд по установке, да, как я и обещал. Итак, ребята, теперь гайд по установке Modern Warfare 2 кооп. Во-первых, требуется либо Steam-версия, либо пиратка. Это вообще не важно, согласен. Чтобы вы не боялись всяких вирусов, потому что я скачивал у каких-то туркменов, поэтому... С файлообменника Мега. Да, с файлообменника Мега. Ребята, я на свой личный Яндекс.Диск скину кооп-мод, архивник, вот, то есть чтобы вы не боялись там за вирусы, еще что-то, и ссылку на архивник, на Яндекс.Диск, точнее, оставлю в закрепленном комментарии. Короче, скачивайте zip-архив, там будет... 5 файлов, ну, точнее, 2 папки и 3 файлика небольших. Их все скидывайте в папку с игрой. Далее, нужно, чтобы Steam был активен. То есть, если вы играете на пиратке, то надо все равно Steam включить хотя бы в фоновом режиме, потому что там есть Steam API, и он, типа, вычисляет, есть эта штука или нет. Дальше. Вы оба запускаете игру через IW4 SP CodeMod .exe. То есть не через сам экзешник игры, а через CodeMod .exe. Вы берете Хамачи. Ну, мы через Хамачи играли, а не через этот Радмин VPN. В Хамачи создаете комнату. Соответственно, в главном меню выбираете никнейм и вводите пинг. Пинг своего товарища ввели, он создает комнату, а вы нажимаете «Войти в игру». Если не получилось, сделайте наоборот, то есть вы создаете игру, а ваш товарищ присоединяется. Это нормально, это нормально. У нас такое за кадром, я не знаю, штук 60, наверное, можно набрать таких моментов. Если у вас игра крашнется, ничего страшного, там в папку с игрой закинется «Fatal Error». Это значит, игра что-то перепишет, и дальше все будет окей. Если какие-то проблемы, пишите их в комментариях под роликом, или, ну, ладно, пишите в личку ВКонтакте даже, если будут проблемы, но только если прям вот реально какая-то проблема, а не то, что я не знаю, куда там распаковать вот это все, потому что, ну, я что-то нормально объяснил, пацаны. Ну, что сказать, и все. На Йо, кстати, работает консоль, поэтому, если что, можно консольные команды спокойно вводить. Ну что, Саша, я отправляю тебя обратно в элитарный подвал. Вал твой. Золотой. И вытащим тебя, опять же, когда найдем новую игру на кооп. Играть. С вами был Саша. О, как красиво. Я пойду в твой золотой подвал. И что ты там будешь делать? Ну, это смотреть кооп мод. Ключи где у тебя? О, хорошо. Все, сейчас я к тебе зайду, занесешь, да. Ну все, Саш, давай удачи, пока. Давай, пока. И зрителям удачи, и пока. И предыдущей серии сейчас на экране. Предыдущие две. И плейлист.